Ассоциация ТОС Ульяновской области подвела итоги работы за 2021 год. На мероприятии отметили результаты проектной деятельности. В этом году в конкурсах на соискание финансовой поддержки приняло участие более 100 территориальных общественных самоуправлений региона. За последние несколько лет это рекордное количество участников. В результате разных проектов, то есть около 30 миллионов, они привлекли только из федерального бюджета, да? И не считая региональной. А это внешние инвестиции, то есть понятно, что в муниципалитетах финансовых средств не хватает. И ТОСы – это как раз те люди и те организации, которые могут реально что-то сделать. Одним из победителей президентского гранта в этом году стал ТОС «Уютный». По словам руководителя организации Вячеслава Макарова, грант в размере 500 тысяч рублей направили на строительство спортивной площадки. В следующем году это общественное пространство хотят расширить. Отзывов очень много, положительных отзывов. Заметил такую тенденцию, что поколение свыше 50-60 лет активно занимаются. Вот опять же таки повторюсь, для себя в любое свободное время. И получили такую обратную связь, что тренажеров недостаточно. Планируем еще как бы расширить нашу площадку спортивную, ну, с помощью президентских грантов. Другой немаловажной темой встречи стало обсуждение результатов волонтерской деятельности. Сегодня в условиях пандемии совместными усилиями жителей ТОС стараются прийти на помощь друг другу. ТОСы делают много, очень много. Как пекут хлеб, раздают, как помогают, допустим, вот в Кузоватском районе прям создан волонтерский центр, где молодежь как раз приносит лекарства, приносит продукты, раздают маски, средства защиты. Я считаю, что каждый ТОС, каждый житель ТОС активно помогает своим соседям. Просто, еще раз говорю, не нужно этого сняться, нужно это все показывать, чтобы и другие люди все это делали. Мероприятие продолжится с награждением самых отличившихся председателей ТОСов и небольшой концертной программой. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.